Потихоньку, потихоньку. Мужики, медленно выходим. Сколько вас? Давай по одному. Руки высоко держи, чтоб я видел. Понял? Давай, первый пошел. Так, так, ложись, ложись. Лицо вниз, руки за голову. Второй. Посмотри налево, посмотри налево, что там есть? Ложись, ложись, ложись. Сколько у вас там? Сейчас будет попить, не переживай. Дайте попить. С какой бригады? 72-я. В плен где попали? Где-то недалеко у Гидара. Здесь. Дай воды. Вам не говорили, на какие позиции вас везут? Не. Два дня, блядь, покупать тебе, ребята, вас поменяют, заберут. И крапсило. Короче, кинули вас на мясо, да? Да. Приехали, ни офицера, никого нет. Я сам беру. А кто вообще управлял вами? Сержант или кто? Да, он мужик какой-то дед, но его надо нет. На вопи. Ну а как к нему обращались? Воинское звание. Может, позывной? Дед. Да, развяжите ему руку. Допивай, допивай. А вообще какая задача стояла? Допивай, допивай. Только раскопать окопы и все? Да, да, и вас заберут. И вас заберут. И сколько вы там в окопах просидели? 2 часа ночи нас туда привезли, и в 6 вечера мы уже были. А, вот так вот, да? Сейчас вам носочки привезем. Ну и может из одежды что подберем еще. Тут тебе может они вообще. Дайте им еще по сигарете покурить. А у меня их, кстати, форма. Бросай, бросай, вот там уже нечего курить. Сейчас вам тебе еще дадут сигареты. Вчера перебирали. А это семья есть? Семья, ребенок. Куртка откуда? Да тут-то дали. Тут дали, понятно. А телефоны были, нет? Нет. У вас все собрали? Все там, на позиции. А у тебя есть жена? Все, двое детей. Не переживайте. Попадете домой обратно. Все нормально будет. Никто с вами здесь ничего не сделает. Вас кормят? Да. Честно говорите, кормят? Да, кормят.